Добрый день, уважаемые коллеги. Отмечено о том, что сохраняются. Мы говорили, что это будут мягкие параметры, это будут некие стратегические задачи и цели, которые могут, в конце концов, меняться в зависимости от ситуации в экономике наших стран. Знаете, вопрос с количественными смягчениями в Японии обсуждался. Процентки в области как рынка труда. Вот в этой связи как раз задача японских властей, денежных властей и правительства заключается в том, чтобы вот это количественное смягчение не привело к росту инфляции, которая потом повлияет на процентные ставки. По отношению к странам, которые имитируют резервную валюту.